Увидишь, это еще у тебя впереди. А шел красиво, блин, как начинал. А, у него новая решетка радиатора, ого. Короли уже убежали. А слышишь, короли убежали, решетка называется. Нормально. Если это Бентли ставил, это Фирма ставил. Еще есть, да? Какая-то она форму поменяла, мне кажется. Вместе с хозяином. Он находится под действием таблеток, он не может себя отличать. Думаешь, аспирин хапанул или что? Я говорю, что под обезболивающим 90% случаев ездит. Поэтому его так прет. Думаешь, из-за этого? Окно открыто, видишь, это что? Полетели. Давай, прячься. За индусом. Блин, у тебя лучше. Давай я тут буду снимать, у тебя лучшее изображение, чем в натуре. 41 мегапиксель. Смотри, как хорошо. Перестань пиратские копии. Хорошо снимать. Видно, только камера какая-то прилипла у Валеры к колесу. А ну подвинь так, чтобы. Оп, смотри, подожди, назад чуть-чуть верни. Чтоб вот это. Да не так. Чтоб камера закрыла ему диск. То есть видишь, у него диски какие? Подвигай. Оранжевая эта херня. Да нет. Саму камеру двигай, чтобы диск закрыла. Во, видишь колеса, какие у Валеры? Ютубовские, что значит ютубер настоящий? Ютубер, да. Слышишь, этот чувак хочет вытащить его или что? А. Чувак сваливает от него. Увидел Валеру и сваливает. Да, что-то, блин. Так ты будешь раньше роги херачить? Не, у меня же одна осталась машина. Подожди, да, я что-то починю потом. Куда? Так это надо педали еще к ней. Все, едь, я включил. Бородача. Бородач сдался прямо. Меня обогнали все. Меня все обогнали. У меня BMW не работает, что я не виноват. А что, ты хочешь Валера сценарий ему продать или что? Право руль, да, Валера. Право, еще, еще, еще. Давай, 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 нормально, пошла, все. Пошла, пошла, пошла. Блин, маньяк, конечно, очень, очень агрессивно настроен сегодня. Он всегда агрессивный, конечно. Вот его новая решетка, покажу ближе для фолловеров специально. Называется «Кролики убежали». Ого! Я думал, уже не заведется. Вон он, его личная персона. Маньяк свернул лебедку, сейчас своим ходом пойдет, мне кажется. Прячемся за дерево, чтобы не задавил. Да, у него и дворники работают даже. Опа! Что это было? А ну подожди, Валера. Что-то сзади не крутится уже. Да нет, это не кардан. Смотрите, как стоят колеса. Выключи машину на секунду, Валера. Валера, выключи.
Смотрите, как колеса стоят. Левая полуось, наверное, сломалась. Смотри, как, видишь, колесо стало. Ну что, маньяк сегодня. Да не, заклинило колесо, ты видишь. Маньяк сегодня показал высший пилотаж. Сломал полуось просто практически на ровном месте. Да какое раздулось? Раздулось сзади. У меня левое колесо не крутится. Слышишь, лошара, заднее раздул. А вот это пшикнуло и раздулось. Да не, удар был, блин. Да не. Удар, ты пшикнул и раздулось колесо. А что оно не крутится? А что оно не крутится? Может, потом бировка сзади заварена. Может, там оно диск? Такой ход подвески у него шикарный. А? Бородач говорит, что это его эти успокоительные отпустили и сразу полуось сломалась. Пока все уедет. Я думал, я опоздал, блин, нифига, я успел, нормально подъехал, как раз вовремя, да? А когда жрачку давать будет? Так что вы ему болото в трусы или ванули, или что? Да. А левая, ну, левая не крутилась, Валера. Ну, звук был хороший, удар такой. Тебе нужно поменять мосты, кузов и двигатель. Будет нормальная машина, Валера. А, надо, смотри, она даже с поломанной полуосью едет. Ёханый бабай! Наверное, левая сломалась, Валера. Ну, пробуй, что-то его зажимает в арку так. Ну, отломалась, понятно, что будет зажимать. Давай бревно ему привяжем, пусть на бревне едет. Вперед, на переднем приводе. Чуть-чуть вперед. Едем. Ну, это чуть-чуть. Но оно висит на огрызке, висит, понял? Почему, что разблокировался дифференциал, не раздулось колесо? Это не отпадает, это его просто вывесило. Да? Бородач высказал версию, что все хорошо. Не, ну ему на вишневых машинах он все время ездит, блин. Ну да, вроде выровнялось. Не, ну полуось сломана однозначно, потому что... А может, дифференциал поломался? Сам разблокировался. Разварился, да. Блокировка 2 электрода сломалась, наверное. Электрод некачественный. Да хватит нас томить уже. Блин, держит интригу, да? По Станиславскому. Паузу, ну я дай. Я немножко подраскорячиваю. Не, есть немного. Я думаю, что сломал. А ну, Паша, я перепрыгну, снимаю. Если не долечу, будет нормальный кадр. Ой, скажи, как у Паши. Подожди, не так, сейчас проверим. Знаешь, может, подумаешь, доеду. Оно ж там на огрызке висит, понял? Да нет, у меня лось какой, подшипник узкий, Руслан, узкий подшипник. Необычный жигулевский? Я, скорее всего, ее поломал в этом, в редукторе. Да? И получается, в редукторе есть кольцо, которое держит полуось. Потихоньку домой должен доехать. Слышишь, а можем на следующей покатухе оставить ее здесь, а на следующей привезем запчасти и сразу поедешь вперед. Весной уже. Руслан, честно, я тебе хотел дать такую обувь, а теперь думаю. А где тут обувь? Так, а у тебя мой размер или нет? У тебя рулетка есть по мере. Да, маньяк, конечно, вот его заправочная горловина. Блин, да перестань мелькать перед камерой, что за мода? Да. И здесь травят. Валера, у тебя колесо не герметичное. Отошел от маньяка на 2 метра, оставил без присмотра. Смотрите, куда он заехал, блин. Ты ж, блин, новую решетку повредишь, блин. Ой, блин, что творит? Это фанат лебедки Dragon Winch двухскоростной. Сейчас он покажет себя.
подъем такой нормальный. Подъем, Валера, давайте я перецеплю сейчас. Паш, я сейчас выверну влево. Я тебя перецеплю, давай, на другое дерево. Закрыть багажник, Валера. Ты на одной лебеде едешь? Не, я вообще просто на лебедке еду. На одной лебедке. Вот он тест. Я не хочу надрывать машину, чтобы по асфальту доехать. Какой бережливый человек, блин. Слышишь, ты еще заглуши, чтобы и расхода топлива не было. Будешь как на Тесле ехать сейчас. Только медленно. Включай. Валера, отойди от машины, блин. Ничего себе, сама едет. Нива сама, без водителя, блин. Давай. Сейчас лебедки включил пониженную. Никого в ней нет, она сама едет. Ну почти. Она сама едет. Почти. Ну надо колеса приварить этот. Тягу, наверное, под правильным углом и все. Ну теперь она с маньяком уже. Называется, попробуй выехать с густого леса. Сейчас маньяк покажет высший пилотаж проезда между деревьями. Очень узко тут. У него машина, правда, не широкая. Мягенький грунт тут, конечно. Чего направо? Налево? А чего налево?